Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Саня. Ну что ж, этот момент настал, и я начинаю проходить Far Cry 1. Не второй, не третий. Третий я, кстати, прошел, и стендалон дополнения Blood Dragon. Если вам интересно, под видео. Ссылка на плейлисты есть. Хотя Far Cry 3 я ужасно проходил, а Blood Dragon я уже получше проходил. Ну что ж, первый Far Cry. Разработчики, конечно же, Crytek, издатель Ubisoft. Мне очень, кстати, в свое время понравилась Far Cry, но я, кстати, не прошел ее до конца. Да. В связи с боссом, походу, последним, я пытался пройти как-то тогда, как я помню, и у меня это не получалось. Кстати, играл я первый раз на пиратке. Да. Пиратка была, в общем, на диске. Там были еще всякие модификации игры и что-то типа официальное продолжение игры Far Cry. Что там было? Рай? Ну, я не помню. А, Far Cry от заката до рассвета назывался. Еще какой-то там был Far Cry. Но неважно. В общем, я начинаю проходить Far Cry. Так, вот нам, кстати, на какой сложности? Так, у нас ничего не... Ну что ж, легко. Тихий тропический остров. Гуляйте, наслаждайтесь отдыхом. Ну это так, прогулял. Мало противника, наверное. Средний, вас ждут опасности. Но какое приключение обходится без них? Это да. Сложно. Ваши противники опаснее вас. И умеют метко стрелять. К тому же они обозлены. Удачи вам. Удачи вам пригодится. Для ветеранов. Мир сошел с ума. Останется надеяться, вы умеете терпеть боль. Реалистичный это просто жесть. Я помню, как я пытался на реалистичном. Я очень часто подыхал. Но я думаю взять не легко, не средний, не ветеран, не реалистичный, а сложно. Сложно, я думаю, это именно то для нас. Вообще, кстати, я планировал пройти Far Cry уже очень как давно. И даже год назад или два года назад мы пытались с моим другом Стасом, как вы знаете, он мини-гейм, если кто не знает, пройти Far Cry в коопе. Да, в совместное прохождение была такая модификация, она до сих пор есть, что можно пройти сюжетку в кооперативе. Но, к сожалению, там нету некоторых уровней. Мы еще пока что подумаем, записать или нет. Я думаю, вам будет интересно взглянуть на совместное прохождение, а это может быть попозже. А сейчас я начинаю одиночное, сложно. Настройки я все поднастроил, так что давайте мы с вами начнем. Ну что ж, ребята, давайте мы с вами начнем на сложно. Thank you.
А вот и мы, ребята. Ну что ж, мы обычный Джек Карвер. В общем, занимаемся частными, так сказать, перевозками. Ой, это нажал. И, в общем, нам предложили одно предложение. Перевезти на остров одну журналистку. Кстати, тут отлично так выглядит. Вообще, игра очень красивая. Кстати, это вроде первый CryEngine. Ну, в общем, о чем это я? Да, одну журналистку. В общем, как вы поняли, эту журналистку схватили на острове, а нас самих подорвали. В общем, мы идем вызволять эту так, нашу журналистку. Нужно выбираться отсюда. Да, я с тобой, Джек, очень согласен. Нам нужно выбираться отсюда. Так, потихонечку. Очень красиво. Это первый CryEngine. Crytek все-таки. Молодцы. Так, стоп, а что здесь? Здесь тоже ничего. Ну, короче, какой-то бункер. Интересно даже. Опа. Игра вроде бы 2004 года, если я не ошибаюсь. О, там самая такая приятная сейчас картинка будет. О, хоть и 2004 года, но картинка все равно такая приятная очень. Вот посмотрите на эти острова райские. Я не помню, Far Cry 3 происходило все тоже на этом самом же острове или нет. Кто его знает, я уже забыл. Я уже забыл. Но красота. Красота. Так. О, черепушки. О, труп. Чтобы взорваться по лестнице. Наверное, да, все-таки какой-то бункер. Это понятно. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь. Есть, есть, сэр. Свободен. Так, потихоньку. Нажмите влево. О, наклоны есть, наклоны. Тихо, 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 тихо. Надеюсь, он нас не заметил. Так, давайте. Мы его отвлечем. Мне что-то померещилось. Да-да-да-да, бежим. Он там хочет нас найти. Погнали. Оу! О, черт! Завалило. Тем лучше для нас, наверное. Так, действие. Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебе не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Да, мы знаем, что ты Джек Карвер. Кстати... Я не помню, в каком году, но вышло вроде бы переиздание Far Cry, называлось Far Cry Classic. В общем, я смотрел на него, там вода очень-очень неприятная, как для меня. Так, ну что ж, перед нами Desert Eagle, если я правильно вообще-то сказал. Наш пистолетик. Вроде бы единственный пистолет, который поставляет на этот остров. Так. На дальних и близких он очень хорош, как по мне. Так, мы прикрылись. О! Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Это хорошо. Искать в бараках оружие и снаряжение. Оружие, снаряжение. Так, там у нас вертушка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нам не нужно привлекать внимание. Надо как-то скрытно пройти. Пока что все тихо. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Да я это понял. Я это понял, что нельзя себя обнаружить, я помню это. Тихо, давайте по чуть-чуть. Здесь нас не заметят. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Мачете возьмем. Отлично, это у нас мачете. Будем потихонечку. Один там стоит. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нам проблемы пока что не нужны. Ты ничего не заметил? Черт! Тихо, спрятались. Здесь никого нет. Прошу, мужик, уходи отсюда. Я не хочу тебя стрелять. Не хочу. Тихо. Все пока что тихо.
Что бы там ни было, плевать. Молодец, вот это я с тобой согласен. Молодец, вот хорошо мы... Сволочь! А вот все. Чувак, не пытайся. Отлично, один готов. Где еще один? Где ты прячешься? Да черт, вот я... Так, у него вроде бы эмочка. Эмочка, да. Отличная штурмовая винтовка здесь. Ох, отличная. Одна из лучших пока что. Потому что больше патронов будет к ней, вроде бы, как я не ошибаюсь. Так. Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это еще лучше. Правильное направление. Это очень хорошо, как по мне. Ладно, погнали мы с вами, ребят. Вперед. Помолясь. Проблема с винтом. Бригада Альфа. Немедленно приступить к ремонту. Давайте мы вот это вот так вот сделаем. Тихо. Осмотрись в бинокль. Обрати внимание, он оснащен усилителем звука и датчиком движения. Доктор Кригер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. Ну ладно, ленивые сукины дети. Обыщите каждый метр этого острова. Давайте разберемся, какого здесь творится. Будет сделано. Это еще будет разговор там. Ну, Кроу это выяснит. Не хотел бы я оказаться на ее месте. Я тоже. Это все весь разговор, ребят. Так, здесь нужно быть крайне тихим. Нет, упаду еще, не дай бог. Тихонько, помолясь, не спеша. Идем мы с вами, ребята. Тихо. Отлично, такая музыка заиграла. Шкала дыхания. Как мы поняли. Захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Машинку захватить, это хорошо. Так, вот что мы сейчас с вами, ребята, тихо. Не падай, Джек. Что мы с вами сейчас сделаем? Так, там один из этих ходит, наемников. Как же их еще назвать? Наемники. Они любят кучкой ходить. Ходить. Извините, что неправильно сказал вообще. Тихо. Эй, кто там шляется? Не с места! Готов. Он готов. Уходим, 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 уходим. Ай-яй-яй. Тихо. Все отлично. Это тропический остров. А ты чего ожидал? В тропиках одни жуки. Меня об этом не предупредили. Говоришь, мошки тебя беспокоят? Подожди, ты еще не видел трагинов. Спасибо, подожду. Тоже это, трагины. Так, давайте потихоньку. Они любят кучками ходить, как я помню. Еще жив, я не знаю вообще, жив ли он. Тихо, один там, один там, один там, тихо. Новая задача. Гоните машину. Тихо. Главное, чтобы нас не убили. Иначе попросту будет... Ой, как больно. Черт. Показалось, что мужик какой-то стоит. Мы пока что скрытны, это хорошо. Мы можем сейчас спереть машину. Но я не хочу это делать. Там еще есть кое-что, кроме машинки. Не хотелось бы просто уходить. Мне кажется, без драки мы не уйдем. Что-то все равно случится. Так, вот это вот смотрит вечно. Нужно быть крайне осторожным. Тихо, ребят. Давайте мы атаку сходим. Тихо. Эй, кто там? Чих! Стой! Черт! Заметили! Где? Где заметили? Быстро сюда. Не знаю, кто это сказал. Стой! О, черт! Я тебя уделаю!
Сволочь! Ты куда? Тихо-тихо! Жизни мало. Черт, жизни мало. Я сейчас умру. О, отлично, он умер. Тихо, срочно аптечка нужна. Где она? Где она? Где она? Где аптечка? Где аптечка? Она не здесь. Я могу сейчас умереть. Тихо-тихо-тихо. Есть, я жив. Куда тут ты пошел, а? Тихо. Тихо, главное, чтобы он сюда не попал. Ты сейчас взорвусь. Я помню это место. Готов. Готов. Тихо. Они сейчас все просто в шоке. Ну, я как и говорил, без драки мы здесь... Без стрельбы, вообще-то. Мы здесь не уйдем. Тихо, вот он. Баба! Готов. А? Где еще один? Отлично. Патронов нет. Вот они, вижу. Готов. Да, ты сволочь. Сволочь просто. Тихо, мне нужно... Готов. Мне нужны срочно патроны. Ух! Черт, патрона нет. О-о-о! Плохо. Где еще народ? Черт. Ля-ля-ля, тихо. Да ты задолбала уже. Этот звук меня уже бесит попросту. Как же мне разобраться с тобой, скотина? Тихо. Он не знает, где я. Так, где-то впереди еще один. Сволочь! Как ты прострелил? Это готов. Двое еще остались. Где ты прячешься? Тихо, давайте за патронами сходим. Где он тут лежал? Тоже пистолет? Да ты издеваешься. Ребят, вы чё? Ах ты... Умный какой. Двое остались. Я разнесу тебя в клочья. Они что, внутри? Хочешь еще? Сейчас получим. Тихо, где еще? Ты что закроешь дверь? Еще заходи. Как мало жизни. Тихо. Готов. Здесь должна быть карточка. Я помню, здесь должна быть карточка. Отлично. Патроны, патроны, отлично, патроны, патроны. Так, нужно найти ХП вот теперь. ХП, ХП. Броня, это хорошо. О, ты сволочь! Иди сюда, падла! Не, вообще обнаглел. Так, нам сюда, ребят, нам сюда. Патроны будут, не будут нам лишними. Еще один? Блин. Вот ублюдок. Пытался не найти. Ладно, ребят. Давайте мы с вами уже поедем. Нокль. Командир, отвал на станции заправки в старом авианосце. Боюсь, тебе придется пробраться туда. Авианосце? Да. Один из легких японских авианосцев сел под нами во время Второй мировой войны. Наемники Кроу превратили его в свою заправочную станцию. С каждой минуты становится все интереснее. То ли еще будет. Осторожнее. Никогда не ехал этой дорогой. Интересно вообще. Никогда, ребят. Никогда. То же самое, только по-другому. А, тут машина! Тут машина, кстати. Иди сюда. Сюда иди. Сейчас
Ща как бабахнет. Отлично. Так, мне патроны нужны. Ай! Огонь. Сраный огонь. Мне нужны патроны просто. Сейчас мы эту машину все равно поставим на место. Ой, тихо! Обернулся, называется. Алло, парень! Воу! Я знаю, ты там. Никого нет? Сдохни, гад! Ах ты, падла! Готов! Кабанчик! Здорово! Кабанчики ходят. Поехали! Ага. Ребята. Готово. Садимся лучше в вот эту вот машину, она лучше. И сейчас как бахнем здесь. Просто бахнем. Готовьтесь. Ой, занесло, черт тебя побрал. Вот это было... Не... Уху. Да что тебя так заносит? Черт побери. Машинка. Неудобно, я тебе скажу. Эй, бро, бах. А, не получилось бах, ну ладно. Ребята, здорово. На. Ой-ё. Это была самая дурная смерть. Это была первая смерть, и то по моей вине вообще. Ну зачем я так сделал? Так, ребят. Осторожно. Тихо. Здорово, мужик. Бау. Ай, пошли. Так, не, не буду стрелять, не буду стрелять. Опа. Бах! Не получилось. Врезался еще. Тихо, не подъезжай ко мне. Не подъезжай, сволочь. Получай. Есть! Гады. Воу, это что было? Вы что? Кто-то в меня еще стреляет? Кто еще есть? Ай, да ну вас. Честно, да ну вас, я поехал от вас. Я не помню, куда ехать. Ага. Ау! Ой! Да ну вас! А теперь... Боль! Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз. Он запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Да, я помню эту пробоину. Ой, как хорошо помню. Тихонько. Они пока нас сейчас пока что не видят, а это хорошо. А может потом увидят? Я не помню. Все, ведь это плавает лодка. Я это помню. Она, ой, как мешала. Я помню, как тут засветился раз. О, вы слышите лодку? Помню, как-то засветился раз, то вообще не мог пройти. Тут были снайперы, то еще с базукой. И его просто не давали пройти. Тихо. Черт! Быстро, 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 быстро. Черт, пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Так. Ой, не то. Ой, сейчас рванет. Не то называется, кинул. Так как там менять вообще? Гранатки на камне. Я забыл. Надо вспомнить. Кро, нам задница, привет! Привет, ребята. Хапть! Хапть! Гляньте на этого мужика. Что-то пока что сложно слишком легко. Мне так кажется. Кто ходит? Хотя потом будет полная жесть с, с мутантами. Вот я... ты где? Ты чё, гад? Да-да-да. Как понял по первому ролику, здесь внимание будут мутанты. Всему персоналу. Объявлена тревога. Чертов спойлер. Щит. А? Это я! Бро, это я, привет! Пока. О, P90. Отлично, отлично. Отличное оружие здесь. Скорострельное. Очень хороший темп стрельбы. Внимание всему персоналу. В зоне замечен посторонний. Он среднего роста и телосложения. Бу! Ты что, придурок? Хорошо. Да задолбала одна и та же музыка играть.
Может, давайте через вентиляцию? Слышал? Тихо. Давайте помолясь. Что за хрень? Бамц! Какого черта? Отлично. Стой! Что произошло? Готовы, голубчики? А, чертов звук, ненавижу его. Еще один. Никого. Чисто пока что. Эй, ты! Кто? Слышишь? Готовы, парни. Выключим давайте. А то на уши давит. Отряд слышу. Заправка правого бака завершена. Освободить площадку. Я пытаюсь отслеживать твою позицию неприятеля, но металл блокирует сигналы. Тебе придется действовать самостоятельно. Хорошо. Наше темное прошлое в этом поможет. Мы, наверное, бывший десантник. Ты ничего там не видишь? Ребята! Взять этого ублюдка! Напоминание персоналу о любых... Кто? Ты чё, придурок? Тихо. Hello, my friend! Готов. А ты жив, падла, да? Тихо. Все хорошо. Все просто замечательно. Всем механикам прибывают поврежденные машины. Приготовьтесь к приему и ремонту. Прием и ремонт? На этом корабле невозможно. Здесь патрончики. Ты что, нельзя? Это к чему вообще патроны? Наверное, к пистолету, скорее всего. Да, к пистолету. Тю. Ладно, погнали с вами. Инженерному и техническому составу начать проверку кабелей и генераторов. Все соединения должны быть проверены дважды. О, дважды? Ты нашел его? Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Вряд ли. Вряд ли, мне кажется. Тихо. Бежим. Ох ты чё! Вау.